пили чай, неприглядно видели сушильное стекло и так далее, которое закрывало, ну, никак. Вот это здание, оно есть еще слово-нибудь, притч, в общем, Покровской церкви. Да, вот я не могу выговорить. Итак, улица называется, как она, улица Покровской, Большой Покровской, по той причине, что здесь была Покровская церковь. Где она была? Она была в общем, вот это вот, поселок. Церковь была небольшая, но... А рядом с ней, вот в здании, видите, вот два нижних этажа отличаются от верхних. Вот нижние этажи это то самое предыдущее здание, а потом оно было застроено для этого. Здесь жили, ну, служители, те, кто обслуживал. А дальше были два училища.